«Спартака». Ни одного забитого мяча в единственном матче, который открывал сегодня пятый тур футбольного чемпионата. «Арарат-Нефчи» 0-0. Претензии были к нападающим обеих сторон. Нереализованные моменты. По этому показателю можно определить класс команд. Пока что он невысок. И хотя бакинцы добыли свое первое очко, особой радости от игры, наверное, не испытали, как, впрочем, и их соперники.